Дорогие друзья, всем здравия тела и ясности ума. Сегодня суббота. Суббота пишется с двумя «Б», как говорила мудрая сова. И как знают многие давние подписчики канала. Сегодня вышел в эфир, потому что много сообщений за последнее время в комментариях пришло относительно того, что Владимир, вот вы нагнетаете страх. И так Волечка сегодня написала еще давнишняя подписчица канала. Она говорит: Владимир, раньше ваш канал был такой хороший, а сейчас сплошной негатив, сплошной страх. Друзья, необходимо небольшое пояснение. Где рождается страх? Страх рождается в умах людей. Страх – это порождение беспокойства за будущее. Всякая информация, которую мы получаем из этого мира, так или иначе воспринимается нашим умом. И на основе этой информации рождается страх или любовь. Как я уже говорил во многих видео ранее, ум предназначен для того, чтобы человек беспокоился. Сердце для того, чтобы человек любил. Это две противоположности. Страх – это невозможность понять суть происходящего. Страх, когда человек не понимает, чего ждать, он беспокоится за свое будущее. За будущее своего физического тела, или за будущее своих детей, или за будущее того, чем человек владеет. Так или иначе, информация существует, облака по небу проплывают. Если форма облаков вам сегодня страшна, если вы смотрите на небо и видите, ну, облака это аллегорически, вы же понимаете, информация. И вы не понимаете, что с этим делать, вы беспокоитесь за будущее, вот это и порождает страх. Ничто иное. Человек понимающий, а понимание это то, что мы вечные и бесконечные, понимание это происходит тогда, когда человек обращается к своему внутреннему миру. Он не ищет спасения снаружи, а ищет понимание внутри. Тогда страх смерти пропадает. И за себя, и за всех остальных, и человек, близких в том числе. И человек начинает воспринимать адекватную информацию. Адекватная – это значит не пускаться в эмоциональное сопряжение с этой информацией, не вовлекаться. Соответственно, у него отсутствует страх. И человек, понимающий, всегда может предпринять необходимые действия спокойно и без страха, а в страхе никогда правильное решение не найти. Поэтому люди, которые пишут ужас, страх и различные другие сообщения, рано или поздно они поймут, что это страх, который возникает внутри их сознания на основе функционирования их логического ума, не находя выход из той ситуации, которую они считают опасной. Да, события происходят. Мы на эти события никак повлиять не можем. Несмотря на то, что многие пишут, что повлиять можем. Ну, еще раз скажу, Бенджамин Либет в 86-м или 83-м году все очевидным образом уже сказал, потом было подтверждено. Мы исполняем волю Всевышнего. От того, как мы рассматриваем ту или иную ситуацию, страшимся мы, или находим, то есть находим мы негативную составляющую, или находим позитивную, и зависит наше восприятие, и зависит наше и физическое состояние в том числе. Поэтому, дорогие друзья, видео и в предыдущих видео многократно я уже повторял, рот мой повторял, не страшитесь, смотрите на все как на передачу в телевизоре, не беспокойтесь. Когда человек обретает понимание и спокойствие, он становится исключительно внимательным. И он становится исключительно спокойным и в конечном итоге находит истинную причину собственного существования. Тогда уже о страхе говорить не приходится. Тогда необходимость
возникает говорить у человека о любви, какие бы события ни происходили. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Раньше во многих передачах я уже говорил, и повторю это сейчас еще один раз. Вот происходит какое-то событие. В каждом событии в этом мире, который мы с вами называем реальным, и который является миром дуальных противоположностей, события не являются исключением. И в каждом событии также есть и то, что мы называем позитивным, и то, что мы называем негативным. Составляющие противоположности. Причем от ума к уму это может разниться. Ну, простой пример. Для большинства людей чудо-защита, чипирование и сокращение численности населения является негативным. Для, к примеру, малыша Билли и малыша Илона эти события являются, ну, весьма позитивными. Это я привел, конечно, достаточно такой радикальный пример, но я думаю, что каждый может найти примеры попроще, даже применительно к своему соседу, с которым он спорит, на предмет чего бы то ни было. То есть для одного это есть хорошо, для другого есть плохо. Поэтому хорошо или плохо, на самом деле это субъективно. Это очень субъективно и индивидуально. Рассматривая всю ситуацию в целом, не отталкиваясь от собственной саморефлексии и эгоистичности, сверху видно гораздо больше, чем в горизонтальной плоскости человека. Но человек чаще всего, люд, привязан к своей саморефлексии, не может взглянуть на ситуацию без привязки к этой саморефлексии. Человек, который достиг определенной степени понимания, что тело и ум являются всего лишь биологическим и цифровым устройством для нашего путешествия в этом проявленном дуальном мире, или компьютерной симуляции, или иллюзии, там, ее называли когда-то майя еще. Ну, что нам остается, дорогие друзья, кроме как прийти к окончательному пониманию о том, что беспокоиться абсолютно бессмысленно, и это беспокойство приносит вред физической оболочке. Те люди, кто этого понять не могут, они просто проходят свой путь. Они, безусловно, индивидуальности, которые сейчас с привязкой к этому физическому телу являются индивидуумами, они, безусловно, в следующих инкарнациях, если не достигнут в этой инкарнации, то это будет достигнуто в следующих инкарнациях. Очевидно, для каждой индивидуальности это станет пониманием. Это есть в определенном смысле и то, что называют эволюцией души. Я это называю эволюцией духа, ограниченного определенным циклом реинкарнации. Поэтому еще раз, дорогие друзья, не беспокойтесь, не печальтесь. Все происходит вовремя и все происходит правильно. Другой вопрос. Когда мы находимся в состоянии спокойного наблюдения происходящих событий, покуда мы избавились от состояния страуса, который закапывает голову в песок, тогда все становится в большей степени очевидным, и приходит понимание, как поступать в той или в иной ситуации. Знаете, самолеты раньше часто падали, потому что паника случалась, и вот все начинали метаться по салону. Вот это вот состояние паническое, социальная паника называется. Вот сейчас у людей с приближением тех событий, которые ожидают нас в конце сентября, начале октября и до конца года, и далее во всем мире, это касается не только русскоязычной части населения, безусловно, это касается практически всех стран мира, необходимо обрести спокойствие и через это прийти к пониманию того, что надо делать. Понимание для каждого свое, нет универсального лекарства от болезни каждого.
Всевышний сейчас лечит болезни каждого, поставив, безусловно, каждую индивидуальность перед конечным выбором. Выбор этот каждый должен сделать сам. Переложить этот выбор, как большинство людей привыкли. Вы мне дайте совет, что мне делать, куда мне идти, а будет ли вот там безопасно, а будет ли здесь безопасно, значит, а делать ли мне то, делать ли мне это, идти ли мне сражаться, или мне идти митинговать, или мне уходить в леса, ехать мне в Таиланд, не ехать мне в Таиланд, еще какие-то вопросы, поймите. Единственное верное решение, которое на сегодняшний день человек вынужден сделать сам, оно находится внутри его сердца. Внутри его сердца дух, интуиция. Вот при помощи чего вы можете найти верное решение. При помощи ума верного решения на текущий момент не найти. Почему? Потому что великий архитектор Вселенной, или Бог, или Логос, как угодно можете называть, можно называть его Аллахом, кому как угодно. Но смысл заключается в том, что оно поставило каждую индивидуальность перед выбором. Этот выбор связан с самоидентификацией. Самоидентификация – это примерно следующее. Когда ваш умственный аппарат, интеллект, принимает окончательное значение того, что он не является причинностью вашего существования. Это понимание приводит человека к осознанию того, что он, человек, по своей истинной природе вечен и бесконечен и является самим Богом. А вот телесно-умственное – это является сыном Бога, так как называется в некоторых религиях. Телесно-умственное – это всего лишь устройство, при помощи которого мы совершаем относительно комфортное путешествие вот в этом материально проявленном мире. Поскольку это, знаете, можно сравнить с водолазом, которого одели в водолазный костюм, опустили его на дно там моря, и вот он в этом не очень-то комфортном водолазном костюме лазит где-то по дну, делает какие-то вещи там производит, потом его поднимают, водолазный костюм снимают, и человек ощущает величайшую легкость бытия. Что такое поднять со дна и снять водолазный костюм? Это то, что люди называют смертью физического тела. Наблюдение не прекращается. Люди беспокоятся, потому что боятся умереть. Они боятся потерять физическую оболочку. Многие думают, что на этом жизнь прекратится. Но кто же видит сны-то? Кто же видит сны, когда вы спите? Просто задайте себе этот вопрос и не будьте ленивыми. Потыкайте немножко пальчиком на канале. Там есть очень интересные передачи, в том числе и рассказы очевидцев, которые находились в состоянии клинической смерти, а также и в состоянии зарегистрировано официально долгой смерти. Это уже не клиническая смерть. Полтора часа с окоченением. Это не клиническая смерть, это уже фактическая. Но, тем не менее, человек очнулся, сердце заработало. Это задокументированный факт. На канале об этом передача есть. Может быть, это поможет вам избавиться от страха. Засим, дорогие друзья, я уже подъехал к почте. Сейчас сделаю очередную отправку чудо-защита, детокса и других препаратов, кому что потребно. Я вас обнимаю, я вас люблю как себя самого, потому что на самом деле наши отличия только в наших телах и умственных аппаратах, а причинность нашего существования, исток сущего, у нас всех один, и он именно управляет всем происходящим. Желаю каждому прекрасного дня, избавления от страхов и понимания того, что страх возникает исключительно в вашем сознании, и причинность этого страха – концептуализация умственная, то есть логика вашего ума, который не понимает, что же ждать в будущем. Пару вопросов еще было.
Сашенька написала, здравствуйте, Владимир, скажите, пожалуйста, через 10-15 лет технологии останутся. Вы знаете, с большой степенью вероятности все это будет опять начато с нуля. Может ли зазомбированный человек, у их около 90% самоидентифицироваться? У всех равные возможности. И у импринтированных тоже. Поэтому, но не наше дело. Это воля Всевышнего, в которую вмешиваться непотребно. Можно получить, не можно, а обязательно человек такой получит по заднице, а то и по голове, по ленам от папеньки. Все, друзья, ответил на парочку вопросов. Пошел на почту отправлять посылки. Пока. Здравие тела и ясности ума. Аз есмь сущий. Здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.